Сегодня многие сталкиваются с проблемой трудоустройства, особенно это касается людей пенсионного и предпенсионного возраста. На самом деле работа есть, просто нужно знать, где ее искать. И в этом вопросе первый помощник – центр занятости, в котором не только подберут вакансию, но и помогут получить новую профессию. Славянский центр занятости регулярно проводит ярмарки вакансий. Одна из последних была специально приведена для людей предпенсионного возраста. Желающим трудоустроиться было предложено более 50 вакансий. Тем, кто не нашел работу по душе, было предложено пройти бесплатное профессиональное переобучение. На сегодняшний день действует у нас региональная программа в рамках «Старшее поколение» национального проекта «Демография», что служба занятости в рамках этого проекта может бесплатно повысить квалификацию, дать новую специальность, рабочую специальность. Мы можем этих граждан сегодня информировать о том, что они не брошены, что для них есть на сегодняшний день рабочие места. И для них мы сегодня организовали это мероприятие. Для участия в ярмарке вакансий также были приглашены специалисты Пенсионного фонда и Управления социальной защиты населения, у которых все желающие могли проконсультироваться по возникающим вопросам. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».